Привет! Сегодня расскажу вам про вещи, которые упростят многие моменты на кухне или приятно их дополнят. Китайцы народ смышленый, чего только не придумают, но для нас эти странные вещи могут оказаться очень полезными и нужными в быту. Ставьте лайк и пишите в комментариях, какое кухонное устройство вам пригодилось бы больше. Приятного просмотра! Многие домохозяйки сталкиваются с такой мелкой проблемой, как хранение использованных губок для мытья посуды на раковине. Из прошлого века домохозяйки для мытья посуды зачастую использовали тряпки из старых вещей, и они быстро загрязнялись жиром, что приводило к их быстрому износу и утилизации. В настоящее время для мытья посуды существует широкий ассортимент выбора моющих инвентарных принадлежностей, и уход за ними довольно прост и практичен. К самому распространенному кухонному инвентарю относятся держатели для губок. Штуки действительно полезные на кухне, сам лично пользуюсь долгое время. В описании оставил ссылки на несколько таких держателей, берите себе по вкусу. Держатель для швабр позволит вам сэкономить место в ванной комнате или кладовке, поскольку закрепить его можно непосредственно на стене. Штука очень прикольная и полезная, думаю, многим пригодится. Складная разделочная доска поможет быстро и качественно нарезать мясо, овощи и другие продукты. Это отличное изделие, которое не занимает много места на столе и является компактным. Доска полностью справляется со своей изначальной задачей. У нее компактный дизайн, она складная, поэтому не занимает много необходимого места. Разборная и портативная отлично подходит для домашнего использования, а также использования на открытом воздухе, таких как кемпинг или барбекю. Изготовлена из пищевой и высококачественной термопластичной резины. Проста в использовании, конструкция с ручками для переноски, легко помещается и вынимается из раковины. Это важный аксессуар на кухне каждой хозяюшки. Качественная разделочная доска позволяет вам с удобством нарезать продукты для их последующего приготовления. Автоматические шторы от Xiaomi – это умный контроллер для карниза, который станет отличным дополнением к интерьеру вашего дома, независимо это спальня или кухня. С его помощью у вас будет возможность дистанционно контролировать положение ваших штор. Удаленное управление ими осуществляется посредством беспроводного выключателя, либо же приложения на вашем телефоне. Также он будет отлично сотрудничать с другими интеллектуальными устройствами Xiaomi Aquara. Карниз использует беспроводное соединение ZigBee с низким энергопотреблением, а также совместим с Apple HomeKit и Mi Home App, что дает возможность управления шторами с помощью смартфона. Набор вакуумных контейнеров обеспечивает идеальные условия для хранения сыпучих продуктов, фруктов, мяса и рыбы. Использование вакуумных контейнеров значительно ускоряет процесс маринования мяса и овощей. Каждый комплект включает ручной вакуумный насос и 3 вакуумных контейнера. Они продлевают свежесть, сохраняют вкус и аромат пищевых продуктов, защищают от влаги и неблагоприятных процессов окисления, предотвращают распространение запаха в холодильнике, поддерживают свежесть овощей и фруктов, сохраняют аромат кофе и чая, предотвращают излишнюю сушку пасты и пельменей. Также можно в них хранить полуфабрикаты, хранить сыпучие продукты и продукты питания для детей и младенцев, а также с помощью таких контейнеров можно организовать порядок в холодильнике. Смеситель с сенсорным выключателем. Такие современные краны уже завоевали популярность в современном образе жизни, особенно в отелях, ресторанах, домах, туристических направлениях и так далее. Этот кран хорошо работает на кухне, когда вам нужно помыть несколько вещей, а также сосредоточиться на другой задаче. Этот кран поможет вам запустить поток воды одним касанием и упростит вашу работу. Усовершенствованная сенсорная технология обеспечивает мгновенный отклик и помогает выполнять работу быстрее. Конструкция с одной ручкой обеспечивает гибкое и простое управление потоком воды. Этот смеситель для кухонной раковины имеет 360-градусный поворотный излив и распылитель, которые полностью доходят до раковины для удобной подачи воды. Он оснащен двухфункциональным распылителем-головкой, такой как струя и спрей, которая переключается с аэрированного потока на мощный спрей для очистки в тяжелых условиях. Его антипригарное покрытие поверхности предотвращает появление отпечатков пальцев и водяных пятен для более чистой кухни. Этот кухонный кран прост в эксплуатации, а также прост в установке. Необычные силиконовые перчатки для мытья и чистки посуды. Специальная конструкция перчаток создана для эффективной замены классической губки для мытья посуды. С помощью специальных щетинок очень удобно мыть кастрюли и посуду, а также сложно очищаемые поверхности. Кроме того, перчатки отлично подойдут для мытья сантехники,
чистки текстильных поверхностей и многого другого. Прочный силиконовый слой отлично защищает от ожогов и горячей воды. Коктейльная, так и внутренняя сторона перчатки может быть использована для мытья посуды. Специальные щетинки и пупырчатая поверхность отлично заменят классические чистящие губки и металлические щетки. Перчатка изготовлена из экологически чистого силиконового материала. Он устойчив к высокой температуре от минус 20 до 200 градусов. К тому же материал не токсичен и не имеет запаха. Толщина силиконового слоя позволяет достать посуду из пароварки и микроволновки без риска обжечься. Разделочная доска от Xiaomi. Информации про нее в интернете очень мало. Доска сделана из сплава алюминия 1060. Это экологически чистый материал. Она идеально подходит для разморозки продуктов. Доска снижает рост микробов и предотвращает потерю питательных веществ. По сравнению с холодной гидролизной заморозкой, скорость оттаивания намного быстрее, чем холодный гидролиз. По сравнению с микроволновым оттаиванием, предотвращает потерю внешней структуры и разрушение питательных веществ, сохраняет оригинальный аромат компонентов. Такая размораживающая доска может быть изменена в зависимости от окружающей среды и температуры. Когда размораживающая тарелка помещается в морозильную камеру на 10-15 минут, она становится холодной. После того, как вы вынули пищу, которую нужно сохранить свежей и холодной, то на этой доске еда будет прохладной 20-30 минут и не нагреется, так как сама доска будет держать холод. Силиконовый дуршлаг-корзина. Промыть овощи и фрукты, крупы, рис и макаронные изделия вы сможете с помощью силиконового дуршлага. Дуршлаг изготовлен из высококачественного пищевого силикона, который легко сжимается в руке. Таким образом, вы можете сложить или свернуть дуршлаг в компактную форму, и при хранении он занимает минимум места. Такой легкий дуршлаг особенно удобно брать с собой в поездки и отпуск. Он изготовлен из высококачественного термостойкого силикона, который выдерживает температуру от минус 40 до 230 градусов. Его можно мыть в посудомоечной машине или вручную. Также вы можете использовать силиконовый дуршлаг в микроволновой печи, например, как крышку для блюда. Также вы можете накрыть тарелку с едой и положить его в холодильник. Складной дуршлаг отлично справится с этой задачей. Крышка-экран от брызг. Иногда такие простые и недорогие вещи настолько облегчают жизнь, что даже представить невозможно, как раньше справлялись без них. К этой категории относится и этот защитный экран от брызг. Это удивительная крышка из силикона, которая пригодится в каждом доме. Вы можете использовать ее в самых разных ситуациях. Приготовке в микроволновке, разогреве блюда, на плите и так далее. После использования антибрызг можно просто отправить ее в посудомоечную машину. Благодаря специальному отверстию вы можете подвесить аксессуар на крючок для кухонной утвари. Изделие будет использоваться в быту очень часто и не утратит свой первоначальный внешний вид. Вот такие полезные и необычные кухонные устройства продают на AliExpress. Что вам больше всего понравилось? Пишите в комментариях, мне интересно будет почитать. А также ставьте лайк, если ролик был для вас полезным, и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересного. Был рад сегодня для вас стараться. Хорошего вам настроения и пока-пока!